хорошо, тепло, как бы все дружно, все показали, где что-то непонятно подсказывают. Ну и некоторых ребят я уже тут знаю, как бы и череповецкие ребята есть, с кем играли, с кем по сборной пересекались. Так сейчас общаемся больше с Хабаром, ну так как мы из Череповца, так я думаю пару дней и со всеми уже буду хорошо общаться. Город еще не успел посмотреть, так как прилетел вчера. Как бы не было времени еще, только закинул вещи и заселился. Сейчас будут выходные, я думаю, успею погулять еще здесь. Ну, во-первых, Даньку я знаю уже очень давно. Вот, и знаю его сильные стороны, слабые стороны. Вот, во-первых, он, конечно, должен добавить нам креатива при игре в большинстве. Вот, ну и вообще в атаке он силен, он, если я не ошибаюсь, позапрошлый сезон был лучшим по зарабатыванию на себе удаления. С Андреем Владимировичем мы работали 5 лет, можно сказать, как бы все знакомо, все привычно. Ну, не знаю, где поставят, там, наверное, и буду приносить пользу команде. Как бы настроен только на позитивные моменты, хочется выигрывать каждый матч. Очень сложно было восстановиться, потому что игра была очень быстрой, вот, с кучей голевых моментов, как с одной, так и с другой стороны, поэтому затратили действительно очень много сил, но восстанавливались в обычном режиме, ничего нового не меняли. Петунина, бросок низом, и шайба заходит в ворота. Какой гол, какой неожиданный поворот сюжета, и 1-0 в пользу хозяев. Ну, как показалось, Адам Хуско чуть зевнул момент броска. Тут Ромка отдал, был стоячий, бросал на отскок Никите Михайловичу, ему дальний, повезло, даже залетел. Тонкин подъехал уже на подмогу. Денис Зернов, первая тройка, выходит на лед постепенно у Металлурга. И вот вторая шайба в воротах, Никита Гребенкин, 2-0. Результативную передачу попадает Данил Вовченко в защитника нижегородской команды. Ну, хотелось, конечно, выиграть, но вошел в игру сразу, как бы пришла уверенность, хотелось забить, но еще раз повторюсь, вратарь нас переиграл все. Игрой доволен после ЦСКА. Я думаю, что мы играли хорошо. Вот.
столько моментов, я думаю, что давно не было. Вот, но процент реализации, конечно, ужасный. Ну, надо и вратаря соперника похвалить, конечно. В принципе, в створ-то несколько бросков опасных доходило, но сегодня он нас переиграл. Как-то так. Ну, где-то хорошо начали, забили там, наверное, чуть повезло, шайба первая. Было много моментов, не реализовали. Соперник нас наказал, надо было забивать большинство. Где-то нам надо было просто его обмануть, может, но вратарь нас переиграл, можно так сказать. Обидное поражение, хотелось выиграть, конечно, но сегодня удача не на нашей стороне. Ну, все команды, я думаю, что сейчас ждут вот этой паузы, которая предстоит, да, на матче звезд, на матче сборной. Вот, действительно, уже накопилась усталость, и хочется ребятам дать отдохнуть, хочется, чтобы они забыли о хоккее, хотя бы на несколько дней, там, уделили внимание семьям. Вот, и потом с новыми силами придут на баллоны.